Друзья, всем привет! Сегодня покажу вам обзор вот такого вот зарядного устройства STEC. Покупал его для зарядки аккумулятора для квадроцикла. Но им можно заряжать также и для машины при морозе в гараже и переваривать сам аккумулятор. То есть давать ему еще второй шанс. Можно даже сказать еще и третий шанс. Я уже свой аккумулятор переварил раз 5, и он у меня великолепно работает. Офигенная вещь. Уже зарядила не один раз аккумулятор и не один аккумулятор. Если вы хотите подзарядить, вы ставите на вот этот режим, вот этой кнопочкой переключаете. Если вам надо именно квадроаккумулятор маленький, маленького объема. Если большой, для машины ставите сюда. Это если вы заряжаете, когда на улице мороз. То есть это более интенсивная зарядка. А вот этот Recon, это офигенная вещь. Когда аккумулятор полностью сдох, вообще умер, вы ставите на этот режим, он проходит все вот эти стадии до вот этой стадии. И ваш аккумулятор опять живет год точно. После этого опять, когда аккумулятор вздыхает, вы опять его ставите на переварку, он опять переваривается и опять у вас служит целый год. Единственный момент, на мороз аккумулятор выставлять нельзя. Аккумулятор сразу навернется и работать не будет. Он садится просто, садится, его задолбешься заряжать каждый раз, поэтому зарядили дома в тепле и оставили. Приехали, хотите зимой покататься, вытащили из дома аккумулятор, поставили его в квадрон, завели, поехали. Уезжаете, вытащили, убрали в дом. Вот эта тема. Значит, что у нас тут? Тут у нас вот такие вот клеммы. Это мы на плюс вешаем, это мы вешаем на минус. Все, и включаем в розетку, и все дела. Вот такая сумочка в комплекте шла. Там еще вот такая вот херь. Это если на клеммы кидать вот такие. Книжечка вот такая. И какая-то инструкция, которую я даже ни разу не читал. Она мне, в принципе, и не нужна. Понравилось мое видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Все, всем пока.